прежде всего, мы уже до начала матча на установке ребят и готовили, настраивали, что соперник самый боевой. Вот он наступает нам на пятки. Соперник очень такой скоростной, мобильный, жесткий, силовой хоккей играет, очень, очень хорошее движение. Поэтому задача была не уступить им ни в чем, а наоборот, в каждом моменте превосходить их. И я считаю, что ребята сегодня задачей очень здорово справились. Вот. На протяжении всего матча никто не дрогнул. Все ребята, которые выходили на лед, сыграли очень здорово по заданию. Вот. И опять же не использовали массу голевых моментов. Поэтому сегодня, считаю, был очень хороший матч и по напряжению, вот, и по самоотдаче. Я думаю, и интересно было очень болельщикам смотреть. Поэтому и вдвойне приятно, что в таком матче «Стальные лисы» победили. Как вы отметили, зрители увидели силовой хоккей достаточно. Нету ли травм? Ну, травмы, они, может, мелкие, они всегда должны быть. А то, что касается более серьезных, они обычно скрываются попозже, после медобследования. Поэтому завтра наступит новый день, и будем смотреть. И если кого-то надо, будем лечить. И у нас есть замена, так что посмотрим, что завтрашний день нам скажет. Тяжелая игра. В принципе, два лидера встретились. У нас с ними вроде одинаково очков даже было. В принципе, настроились хорошо. Отыграли все три периода и выиграли. Какие ошибки, вот как капитан, можешь сейчас отметить и чего надо избежать завтра? Ну, у нас одна ошибка. В принципе, мы плохо играем под воротами у себя. Всегда там добивания идут, постоянные набросы. И проигрываем только на пятаке. А так, в принципе, я думаю, все нормально. Ну, матч, в принципе, заслуженная победа «Стальных лис». Мы знали, что команда, естественно, там в комментариях каких-то не нуждается. Хорошая команда, там, прекрасное у нее все. Скажем так, история в МХЛ. Первый период, конечно, настраивали немножко, была какая-то боязнь у ребят. Но потом вроде вошли в игру, нормально отыграли первый период. Но второй период все-таки мастерство сказалось. Больше ребят, так скажем, которые обладают более высоким мастерством и под первой командой. У нас таких игроков нет. Но это, в принципе, и сказалось, что второй период проиграли 0-3. Но третий период просто ребят настраивали, что нужно играть, не обращать на счет, а просто нужно было играть. Играть свою игру, показывать, искать. Здесь не счет, а здесь у нас просто команда молодая. Еще ребята... Многие, в принципе, по большому счету, как бы не играли, но идет формирование команды, коллектива. В принципе, результат не устраивает, но игра первого и третьего периода устроила, в принципе. Сейчас, по прошествии нескольких минут, да, после матча, вот небольшой анализ попрошу вас дать, то есть какие ошибки, чего надо будет избежать уже завтра? Да, ошибки какие. Здесь в молодежном хоккее очень многое построено все на эмоциях. Если будет настрой, у каждого игрока будет настрой на борьбу, не проиграть один в один, вся игра скрадется в игру один в один, то можно добиться с любой командой любого результата. Только в этом. Поделитесь секретом. На старте нынешнего первенства ваша команда выдала просто потрясающую серию из 7 подряд побед в основное время. Как так удалось? Ну, где-то поначалу, видимо, больше везения нам было. Но потом ребята просто поверили в себя. Выходили уже, играли, поймали какую-то свою игру. Ну, я говорю, но еще, в принципе, не вынесли или испытания славой и вниманием таким к себе. Все уже ждали, уже боялись больше выиграть, чем проиграть. Больше боялись проиграть, да. И, в принципе, один проигрыш там был очень крупный. Ну, там с течением обстоятельств была домашняя игра. Это мне не хочется возвращаться к этому. Ну, еще говорю, команда молодая, очень много, еще над чем нужно работать, будем работать.